Всем привет! Вы на канале Иришка Мими и моих миленьких крысожопок. Это Зёва, кто первый раз на моем канале. А три остальные крыски сейчас все спят. Перси, Раф и Люци в клеточке. А Зёва, видите, шустрит. Я думала, он будет спокойно сидеть. Но нет, он шустрит, хитра попа. Возможно, сейчас я его тоже отпущу. Но пока что он тут ходит. Так, давай к микрофону-то не будем мы. Зёвочка. Ну вот, нашел микрофон. Зёв, куда собрался? Куда собрался этот красавчик? Зёве 4 месяца, если что, кому интересно. Это еще не взрослый крыс. В течение года он вырастет до полного размера, если что. Так, сегодня я хотела с вами поговорить о том, как выбрать здоровую крыску. Например, если вы берете ее в зоомагазине, но если вы берете у заводчика в питомнике, то, я думаю, там не будет проблем выбрать здоровую крыску, если это не какая-то плодильня. Давайте начнем. Первый пункт у нас что? Приходите, давайте начнем в зоомагазине в основном. Вы приходите в магазин, смотрите внешний вид крыски. Смотрите на шерсть обязательно, чтобы никаких проплешин не было, чтобы не было каких-то болячек, паразитов не было, никаких не прыгало. Или же вот внимательно смотрите на шерстку крысы, чтобы не было таких... Типа гнит, это называются волосоеды, они крепко сидят на шерсти, можно еще подумать, что это пыль от опилочек. Вот, и если они с шерсти не снимаются, вот так вот, может, погладьте крыску, и они не убираются, прям плотно прикреплены к шерсти, то это волосоеды. Это значит, что вам придется лечить крыску от волосоедов. Дальше что? Ушки тоже не должны быть никак не покусаны, посмотрите, они должны быть хорошо стоячие ушки, не висячие, ничего, не покусанные, не расчесанные. Если крыса расчесана, у нее какие-то болячки, то это тоже не очень хороший признак, возможно, у нее паразиты, а возможно, она просто подралась с кем-то внутри клетки с остальными ребятками. Да, Зёва? Что еще? Ну, посмотрите, у нас у Зёвы, конечно, вот покусанный хвост, но это от рождения у него, когда он совсем еще маленький был, мы его таким взяли, ему откусили хвостик, часть хвостика, но я брала Зёву в хорошем питомнике, Rat and Rat в Инстаграме и ВК вроде бы есть этот питомник, если кому интересно, посмотрите. Вот, и с ним там хорошо сразу к врачу, наверное, я не спрашивала, но у него все хорошо зажило, никаких дискомфорта ему не доставляет. Но если это, например, в зоомагазине, я не думаю, что там крысу как-то от этого обработают или же отведут к врачу показать. Потому что если хвост заживет неправильно, то вообще он может воспалиться и дальше разрастись, и хвост придется ампутировать. И вообще, что у крысы может быть потом... дисбаланс координации движений у крысы из-за того, что нет какого-то маленькой части хвостика. Но у Зёвы вроде такой проблемы нет, он нормально карабкается и хвостом виляет, и внешние признаки у него были здоровы, и вообще он мне изначально понравился и на фотке, и как он выглядит, и он был тактильный. В общем, я его взяла, и вообще он мне понравился, короче, я его взяла. Но если вы увидели в зоомагазине какие-то такие признаки, то вы можете не брать, потому что это не идеальный крыс получается. Дальше что? Вот, например, вы пришли, смотрите, крыски такие, какие-то там бегают, или он один остался. На активность его обратите внимание. Возможно... я еще не сказала, кстати, вот, про глазки не сказала, что глазки не должны быть какими-то мокрыми или слезливыми, или прищуренными, и не должно быть вокруг носика и глазок красной жидкости. Вы подумаете, что это кровь, но это порфирин, ну, кто неопытный, и не должно быть такого. Должно быть вот как у Зёвы, смотрите, он полной активности, никакой крови, ничего нигде нет, вот такой здоровый крысик и должен выглядеть. Насчет активности поехали, вот видите, он активный. Некоторые крысы не очень активные, могут вообще, вы пришли, они спят, такое тоже нормально, но попросите сотрудника, можно подержать в руках, посмотреть, как он будет в руках себя вести, или просто там вкусняшку попросите дать, чтобы посмотреть, как он себя ведет, если уж вы, ну, решительно решили взять определенного крысика в магазине, хотите понаблюдать за ним, попросите, я думаю, что вам сотрудник не откажет и расскажет вообще про, кто эта девочка-мальчик, и как он себя ведет, кусачий, не кусачий, тоже очень важно, потому что некоторые крысы могут кусаться, это значит, что они более диковаты,
Вот, тоже обратите на это внимание. Вообще, тактильные крысы идут сразу на ручки, не боятся людей, не шугаются в стороны, не убегают. Просто ну, нормально к рукам человеческим относятся. Не надо резкими движениями хватать крысу. Просто аккуратненько в клеточку, да, вольерчик, ручку свою положили, крыска подойдет, обнюхает и, возможно, даже начнет ваши ручки лизать. Они такое могут делать, любвеобильные мальчики. Ну что, Йов? Вот, это значит, что крыска здорова. Если же крыска лежит, вы там открыли, начали с ней говорить, там вкусняшку какую-то подносите, она даже на это не реагирует, то, скорее всего, у нее проблемы, и стоит попросить сотрудников, ну, чтобы они что-то с этим сделали, хотя бы посмотрели сами, ну, потому что у них в некоторых зоомагазинах есть даже ветаптеки, зооаптеки, то, может, полечат как-то хотя бы. Ну, это вот такие главные признаки, которые стоит учитывать при выборе крыски и в зоомагазине. Также вы можете прийти и в питомник, если вы там у кого-то берете, да, нашли питомник, приезжаете сами, смотрите, то также по всем этим признакам смотрите, и там девочка-мальчик, в принципе, ну, вам сразу скажут, там, кто этим занимается, но у мальчиков, как правило, эти большие яички, да, у мальчиков большие яички, даже в маленьком возрасте, потому что крыску, когда нужно брать, отрывать от мамы в месяц-полтора от роду, по-моему, так, если не ошибаюсь. Вот все, девочка, ты хочешь уйти, малыш маленький, ты хочешь уйти, скажи, мама замучила, держит меня здесь. Ну а кто будет показывать прелесть всей жизни? Как ты классно у нас выглядишь. И обратите внимание на шерсть еще. Шерсть должна быть блестящей. Ну, у здоровой крысы шерсть всегда блестящая, гладенькая. Ну, не считая вид шерсти, когда кудрявенький рекс, да. Тогда у нее такие прям кудрявенькая шерсть, такая небрежная, но это тоже нормально, просто у нее тип шерсти такой. А так она вот нормальная, никаких проплешин, ничего нету. Это признак здоровой крыски. Да, Зев? Это признак здоровой крыски. Вот такие вот признаки. Надеюсь, я вам помогла. Если что-то не добавила, обязательно пишите в комментариях, потому что могла что-то и не добавить. Я прям не супер знаток. Вот, а дальше покажу вам уборку клетки моих крыс. А то у них уже загрязнилась она. Ну что, посмотрим, что тут у моих крысожопочек. Рафуся, добрый день, как ваши дела? Фу, в доме воняет краской, у нас в коридоре на площадке красят, видать, там полы, не знаю. И воняет очень жестко, даже у нас вот сейчас в комнате надо закрыть дверь, прилетела. У нас вон как бы входная дверь, и от нее воняет. Фу, ненавижу этот запах. После короны у меня изменился еще запах, и он какой-то... Этот запах краски как будто с какими-то какашками пахнет, не знаю, очень стрёмно. Зёва тут нас запасил, я им сегодня кукурузки отварной давала. Вот, и, короче, все тряпочки мы, как обычно, снимаем, все пуфики, тут все протираем, акулу в стирку, тряпки в стирку. Там есть кто-нибудь? Там Зёвочка у нас. Зёв, привет, спрятался. Все это снимаем, убираем, стираем. Такая гора тряпок получается с одного раза примерно. И вот такое вот количество какашек. Ну, я, конечно, уже какашки тут валялись, я их подмела и сюда тоже выспала, чтобы все вместе выкинуть. А девочка немножко испугался, да, какашник. Рафань там заныкался, кушал. Ну, вы видели. Это гора чистых тряпок моих крыс. И это еще не все. Еще есть в ванной комнате. Ну, отсюда возьмем парочку чистеньких тряпочек. Они любят это. Домики еще какие-то есть. В общем, набираем произвольно и стелим клетку.
Уборка быстренько прошла. Для вас быстренько, для меня, ну, не очень, но, в принципе, тоже быстро. Зё тряпочку своровал мокрую, которую протирала. Вот все чистенько постелила. Гамачок повесила, спутника два висит. Тут они уже кто-то перевернул. Чистый туалет, акулочка. Что еще нужно? Они обожают. Обожают вот этот туннель, когда прибегают на кровать. Это нычатся, такие полежали, потом хоп, такой перевалочный пункт у них. Сейчас я это буду в стирку кидать и убираться.